как говорится, остатки сладки. Попытка номер один не получилась. Ну-ка, попытка номер два. Отлично, все прекрасно получилось. Итак, Пасха прошла, а яйца остались. Для нашего обалденного салата нам понадобится 2 яйца и 1 огурец. Люди с фантазией очень быстро запомнят. Начнем. Чистим наш огурец, наши яйца и все мелко нарезаем. Вот такой красавчик у нас получился. Сейчас нам нужно будет его мелко-мелко нарезать. Третий наш ингредиент – это наша капуста. Итак, поехали. Почистили мы яички наши пасхальные. Обратите внимание, какая качественная краска. Яйца покрасились до нутра. И нарезали их мелкими кубиками. Какой-то пасхальный нарез получился. Далее добавляем нарезанный огурец. И шинкуем нашу капусту с помощью вот такой вот штучки. Так, это все гиблое дело. Старым дедовским способом, с помощью ножа, можно нашинковать нашу капусту гораздо быстрее. Вот такая красотень у нас получилась. Теперь нужно это все пожамкать хорошенечко, чтобы капуста пустила сок. Далее нам понадобятся 3 ложки. О, я в ложках. Первая ложка сметаны, вторая ложка майонеза. И 3 ложка соевого соуса. Добавляем к нашей капусте наши яйца и огурец. И все тщательно перемешиваем. А это мое самое любимое место. Приятного аппетита! И не забудь накормить друга!